На сцене под покровом ночи в Озерске прошел театральный фестиваль альтернативных форм. В темное время суток актеры исполнили свои лучшие роли. Впрочем, происходящее больше напоминало творческие эксперименты. Артистов можно было встретить не только в зале, но и в фойе, и даже в подвале. К выступлению театральной братьи присоединились музыканты. За ночь озерский зритель увидел выступление около 20 коллективов, в том числе из области. Актеры, они не всегда могут реализовать себя в репертуарных спектаклях. И они начинают создавать какие-то свои там моноспектакли, какие-то музыкально-театральные группы, еще чего-то. И вот именно эти альтернативные формы, они начинают крутить где-то на корпоративах, там, на этих. Но это на самом деле, если это не халтура, иногда это бывают такие уникальные вещи. Организаторы поясняют, хотели передать атмосферу закулисья, и зритель по задумке должен был наблюдать за происходящим со стороны. Но пришедшие люди активно включились в процесс и отчасти стали хозяевами площадки. Все понравилось, интересно достаточно, но страдает организация. То есть все как-то смутно, сумбурно и непонятно, куда идти. А сами спектакли, выступления актеров... Очень понравились, да. Нам.